пятницу в Александровке прошел семейный спортивный праздник для участников акции «Молодежь в городе. Молодежь для города. Жителей поселка». Для ребят из социально незащищенных и малообеспеченных семей есть возможность поработать, заниматься общественно полезным трудом. За это получают материальное вознаграждение. Вот, естественно, так как детки работают уже очень много времени, они должны, кроме этого, они должны еще и развлекаться и отдыхать. Поэтому было решено провести спортивное мероприятие «Папа, мама, я спортивная семья». Как раз ребята подключили своих родителей, свои семьи. Такие праздники, они объединяют жителей, сплочают, всем приносят такое соревнование радость, позитивное настроение. Хочу выразить благодарность депутату Червачеву за предоставленные призы. Там приготовил нам мультиварку, блендеры и всякие подарки для победителей. Ну, у всех хорошее настроение, все довольны. На стадионе сельской школы 5 команд, состоящих из родителей и детей, боролись за призовые места. Естественно, соревнования будут проводиться спортивные, посильные для каждого члена семьи. Все рассчитано на то, что соревнования принесут хорошее настроение, удовлетворение. То есть это должно быть весело и естественно, сплачивает наши семьи. Соревнования на время, на силу, на ловкость. Вот, все как в обычных спортивных соревнованиях, практически олимпиада. Каждая семейная команда должна была создать свою эмблему и девиз. Участники ответственно подошли к этому заданию. У нас были дебаты насчет эмблемы, насчет названия команды. Вот были разные предложения, но остановились на позитиве, потому что мы все-таки времена сейчас сложные, но мы стараемся в позитиве все делать. По итогам соревнований первое место завоевала семья Садовых. Вторыми стали члены семьи Цуркан, а почетное третье место досталось команде семьи Малиновских. Победители и участники состязаний были награждены ценными призами.